Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Вы хотели нас видеть, мистер Шелби? Да. Всех нас? Да. В 6:30 утра? Да. Здесь нельзя курить. Мне насрать. И тут не сквернословят. И не ищет вину в невинности. Этого любите. Еще как, мать вашу. Могу я узнать цель нашей встречи? Фонд Грейс Шелби. Крупнейший источник финансирования этого приюта для девочек-сирот Южного Бирмингема, ведь так? И мы воздаем вам хвалу. Ага. Мой характер похож на описанный в рапорте. Но в отличие от вас, я ищу себе равных. Что за рапорт? Показания девочек. С кем они говорили? С кем же, кроме Бога? Он им свидетель. Есть Бог. И есть острые козырьки. Это Спаркхилл, а мы в Смолхит. Мы гораздо ближе, чем Бог. И мы слышали ужасные вещи. У нас содержатся дети наихудшего сорта. Все они лгут, как дышат. Наполовину черную девочку вы заставляли мыться другим мылом. Мистер Шелби, ваши грехи стали легендой. Наши грехи? По сравнению с избиением детей кирпичами и шлангами, наши грехи. Наши грехи. Черная девочка повесилась, боясь вашего гнева. Я не вижу, как... Видите? Так наденьте их. Наденьте очки. Или я выдавлю вам глаза. И не думайте, что меня что-то остановит, или что я боюсь ваших молитв. И ваших крестов. Ваш мир дал трещину, как у тех избитых детей. Взгляните на меня. Посмотрите на меня. Смотрите мне в глаза! Я прекращаю спонсорство. Всех девочек переведут в наши приюты. Вы не имеете права решать, где... Если я приду, а ведь я могу прийти за вами. Я надену каблуки, чтобы вы услышали мои шаги и успели раскаяться в грехах. Слушайте же, не иду ли я.